Опа, сейчас переведу. Привет, ребята, с вами Джорди, и добро пожаловать на очередную реакцию. Сегодня я буду слушать песню, которую вы мне посоветовали. Артиста зовут Димаш SOS. Я не знаю, называется ли песня SOS, но там написано «Славянский базар». Я думаю, что песня называется SOS. Я не знаю, что такое «Славянский базар». В любом случае, люди мне посоветовали, я сказала, почему бы и нет. Я ничего не знаю об этой песне. Кто-то сказал, что это самый лучший певец в мире. Ну, я не знаю. Я без понятия, что мне ожидать от этого видео. Давайте просто начнем, потому что я не знаю, на что я делаю реакцию. Покажи, покажи мне. Покажи, покажи мне. Вау, звучит очень оперно. Мне нравится пианино на фоне. Он быстро переключился. Вау, вау, это было очень высоко. У него очень широкий диапазон. Он звучит очень так мягко, как бы налегке. Все полностью поменялось. Стоп, погодите-ка. Погодите минуточку. Вы слышали эту высокую ноту? Боже мой. Он это как будто три человека в одном, три разных голоса. Теперь я понимаю эту рекомендацию. Его диапазон и вправду безумен. Он снова переключился на очень легкий голос. Он делает все это с такой легкостью, как будто бы он вообще не напрягается. Oh.
Нет, нет, ты не закончил. Нет, ты не закончил. Как? Ну как я раньше не слышал об этом певце? Похоже, он оперный певец. И звук такой чистый и четкий. Он звучит как сидишка. Лучше, лучше, чем CD. Даже не кажется, что ему не хватает воздуха. Это выглядело, как будто для него это было прогулкой по парку. What? Я не знаю, что это за мероприятие, но если он выиграл, то я вообще не удивлена. Я думаю, что именно вот так я пою в душе. Я пытаюсь найти его аналог. Но ему аналогов, по-моему, нет. Именно об этом я и думаю. Он в буквальном смысле спел эту песню с такой легкостью. Вместо того, чтобы быть шокированной и удивленной, я просто удивляюсь и не могу понять, как в одном человеке может быть столько талантов. Почему и как у него в буквальном смысле самый широкий диапазон? Во всем белом свете, и почему я о нем раньше не слышала? Что? Как бы что? Понимаете? То, что сейчас я послушала, было ли это невероятно? Да. Вместо того, чтобы быть шокированной, я... непонятно. Удивлена. Я в замешательстве, и мой мозг тоже. Что я только что посмотрела? Мне кажется, что я должна быть шокированной, типа, боже мой, это самое лучшее, что я слышала в своей жизни. И да, это самое лучшее, что я слышала в своей жизни. Но вместо этого, мой мозг не может понять, что мы только что послушали. Итак, значит, как? Как? Никакой человек не должен уметь такое делать со своим голосом. Это что, был кавер? Погодите, что? Это был кавер? Да. Димаш точно из другого мира. В любом случае, надеюсь, вам понравилась моя реакция. Желаю вам хорошей недели и хороших выходных. Скоро увидимся. Значит так, я, во-первых, извиняюсь за то, что я весь такой лохматый и непонятный, я обещаю постричься завтра. У меня был выбор, либо постричься, либо сделать перевод, я решил сделать перевод. Вот, еле-еле успеваю. Во-вторых, у меня тут все стоит кое-как, еле-еле, все висит на ниточке и... Да, поэтому сделал видео как смог, извиняюсь за качество. И надеюсь, вам перевод понравился, потому что я не переводил, сколько, наверное, 2 недели. Да. На то были свои причины. У нас были... Я не переводил 2 недели, потому что у нас дома был ремонт. Да. К счастью, он закончился. И по воле Всевышнего я теперь вернусь к переводам. Буду делать так часто, как смогу. Ее оригинальное видео длится 16 с чем-то минут. Ее реакция длится 8 минут. Я обрезал те места, где она сравнивала его с какими-то там певцами непонятными. А потом она еще минуты 2-3 обсуждала, спрашивала вас, является ли эта песня кавером или нет. Так что, если вы, ну, то есть вы знаете, это понятно, напишите у нее под видео в комментариях, что да, это кавер. И, ну, или скиньте ссылку на оригинал этой песни, да. Я даже забыл, где камера находится, вот. Как будто впервые говорю на камеру. Да, у меня на этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами, надеюсь, завтра, и всем пока.